Остаться в руинах или переехать. Аварийное жилье для многих регионов России остается довольно серьезной проблемой, а переселение из ветхих домов является одной из главных задач жилищной реформы. До конца 2014 года в Твери планируется расселить 12 многоквартирных домов, после чего почти 300 человек обретут новое жилье. Как раз программа-то и направлена на то, чтобы люди получали более качественное жилье, чем есть у них сейчас. Конечно, это помещение и эти квартиры, они должны быть лучше того, что было у людей сейчас, до этого. Дом номер 14 по улице Центральная в поселке Элеватор уже практически готов принять новых хозяев. Казалось бы, о чистом и теплом жилье можно лишь мечтать. Однако не всем тверитянам такое предложение по душе. Новостройка находится на окраине города, в промышленной зоне, где транспортная доступность обеспечена не лучшим образом, а социальная инфраструктура недостаточно развита. В поселке нет поликлиники, а в местной школе обучают только до 9 класса. Но даже на это горожане согласны закрыть глаза, если бы не предлагаемая планировка новых квартир. Родители, дети, правнуки, внуки, все вместе живем. И такая планировка, которую нам тут построили, нас не устраивает. Нам негде будет расти детей. Негде поставить даже тот же самый холодильник. Ну вот стена уходит в окно. Вот это обычно кухонная зона, где мебель ставят, да? Раковина тут, холодильник. Поставим холодильник, все, окно закрыто. По итогам проверок контрольно-счетной палаты и Фонда содействия реформированию ЖКХ, проект по строительству дома имеет ряд нарушений. В частности, расхождение между ценой строительства, которое составляло по контракту 54 тысячи рублей за квадратный метр, и нормативом, которые предусмотрены были Минрегионразвитием, 34 тысячи рублей за квадратный метр. Если человек полагается там трехкомнатная квартира, например, а он получает две комнаты и какую-то вот кухню-нишу с какой-то пристройкой, то, конечно, у людей возникает вопрос, а как это? Да, соответственно, получается, что минус одна комната. Жители уверены, здание непригодно для постоянного проживания. Кроме совмещенных комнат, во многих квартирах отсутствуют прихожие, балконы и подсобные помещения. А потому большинство людей предпочитают оставаться в своем, пусть ветхом, но просторном и комфортном для проживания доме. Я сейчас живу, у меня прогнившие полы, у меня холодильник, у меня и спальня, и детская, и гостиная. И зачем я буду сюда переезжать? По словам экспертов, горожане должны получить равноценное жилье тому, в котором они находятся сейчас. В связи с тем, что цена за квадратный метр намного выше предусмотренной, эксперты намерены направить обращение в прокуратуру с просьбой выяснить вопрос насчет тендера. А также в ближайшее время планируется обратиться за помощью к губернатору. Где-то должны быть построены какие-то нормальные межкомнатные перегородки, да, там поставлены двери. В каких-то случаях, да, там может быть переквалифицирована двухкомнатная квартира в однокомнатную. Дом номер 14 планируется сдать в эксплуатацию в период с 15 по 20 декабря. По словам генерального директора компании-подрядчика, техническое задание, которое было предоставлено им в рамках муниципального контракта, выполнено. Однако, учитывая недовольство жителей, компания все же готова пойти им навстречу. Смонтированы малые формы, детская площадка, вот, и заканчиваются работы по чистовой отделке уже квартир. Определенные перепланировки мы готовы сделать. Светлана Куликова, Илья Чечин, РЕН-ТВ «Пилот».